Приветствую вас на канале Сокровища Черногории. Сегодня я нахожусь в городе Тивот. У нас середина марта, погода улучшилась. До этого были шторма, дожди. А сейчас хорошая весенняя погода. Насколько это вообще бывает в марте месяце. И по этой причине я решил показать тем, кто скучает по весне, кто скучает по Тивоту, по весенней Черногории или просто по Черногории, как у нас выглядит Тивот, Порто-Монтенегро в марте 2023 года, в обычный будний день. Несмотря на то, что день будний, но поскольку погода хорошая, солнечная, теплая, то и в кафе сидит довольно много народу. В кафе на улицах, на солнышке. Продолжение
Bila tu dva kluba smo bili mi gledali i danas na ovaj sam.
Ну вот и подошла к концу наша небольшая весенняя прогулка по Тивату, по набережной, по порту Монтенегро. Надеюсь, вам понравилось. Немного подняло настроение. Если это правда, и это действительно так, можете поставить лайк. На этом сегодня все. Будьте здоровы. И до встречи в Черногории и на моем YouTube-канале. Всего доброго!